Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто смотрит и любит авторскую телевизионную программу «Наш дом». Сегодня в Центре искусств «Удивительная кошка» спектакль, который очень жаль пропустить. Литературно-музыкальный спектакль по рассказам Ивана Алексеевича Бунина в исполнении актера из Нью-Йорка Рустема Галича. В Париже. Он давно не был оживлен так, как в этот вечер. И последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да. Из года в год, изо дня в день, втайне ждешь только одного. Счастливой любовной встречи. Живешь, в сущности, только надеждой на эту встречу. И все напрасно. На другой день он опять пришел и сел за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов и вслух повторяла: «Кавиар руж, салат рус, да шашлык». Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как знакомому. «Добрый вечер. Очень приятно, что вам у нас понравилось». Он весело приподнялся. «Доброго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать, прикажете?» Благодаря актерской индивидуальности Рустем Галич легко вбирает в себя зал, и тот не дышит. Вечером в понедельник шел дождь. Мглистое небо над Парижем мутно краснело. Надеюсь, поужинать с ней на Монпарнасе. Он не обедал. Зашел в кафе на шоссе Дали-Амюэт, съел сэндвич с ветчиной, выпил кружку пива у входа в метро Этуаль, вышел под дождь на тротуар. Из метро несло баным ветром. Внезапно в подымавшейся толпе показалась она. Он радостно двинулся ей навстречу. «Ольга Александровна!» Нарядно и модно одетая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза, дамским движением подала руку, на которой висел зонтик, другой рукой подхватив подол длинного вечернего платья. Что когда-то могло быть упущено, незамечено при чтении Бунина, теперь раскрылось, обнаружилось, подхватилось звучащим словом, интонацией и стало современным и злободневным. Жизнь – боль. Наконец он наклонился к ней. «Знаете что, поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно и дышать нечем». Я знаю, что вы живете в полете, перелетая с континента на континент, из страны в страну, из города в город, где вы играете свои потрясающие моноспектакли, литературно-музыкальные спектакли, и вас очень хорошо знают и прекрасно принимают. Как я понимаю, у вас уже есть планы в отношении будущих гастролей вашего нового проекта, вот этой самой интонации, международного проекта. И какие гастроли вы планируете, если не секрет, в ближайшее время? Ну, секрета, конечно, никакого нет, а планы действительно грандиозные. Я очень рад вот нашей встрече с Лилией Скляр, потому что любую мою идею она принимает не только так близко к сердцу, но тут же переводит в план действия. И вот сейчас мы уже наметили европейские гастроли. Наверное, зимой мы поедем по Германия, Венгрия, Польша, заедем в Вену, потом я съезжу в Австралию и Новую Зеландию, там тоже, я надеюсь, я сделаю свои какие-то программы и мастер-классы, и поскольку у нас уже есть фирменный, так скажем, знак, буду делать это под эгидой международной мастерской звучащего слова «Интонация». И в апреле месяце вернусь,
будем делать мастер-классы здесь, в Торонто. Думаю, что и в Нью-Йорке меня там заждались. А с осени мы уже сделаем новый виток в Израиль. Осенней любви дни кружат листопадом, тают мятные конфеты под языком. Бродят вдоль по аллеям пустынного сада и кружат облаками над летой рекой. Для осенней любви Бог избрал самых странных, не успевших за тысячу лет взрослеть. Те, кто пепел мешают с небесною манной, чтобы снадобьем этим отпугивать смерть. Кроме повествователя, переходящего от третьего лица к персонажам и мастерски передающего внутреннюю суть каждого, на сцене еще один участник – благородный слушатель и наблюдатель бард Юрий Должиков. Он же автор и исполнитель песен на высокие стихи Лили Скляр. Стихи не были написаны специально для спектакля. Это самостоятельная, глубокая, образная поэзия. В мелодическом обрамлении она украсила собой спектакль, внесла в рассказы Бунина новые смыслы и чувства. По синей любви не стыда, ни расчета, у осенней любви разрумянен пирог, вкус дождя и травы, ощущение полета, нет земли под ногами. Моноспектакль в Париже должно быть обречен на успех в любой точке мира. Вся штука в том, что эта театральная форма отвечает духу нашего оголтелого времени и легко усваивается зрителем. Она несет живую, что называется, от сердца к сердцу, актерскую игру. А игра Рустема Галича, по мнению зрителей, вдохновенна, прекрасна.